Я не знаю, во сколько встали-то? 5. В 6, да? 5. 5. 5, да. А что так на молитве долго-то? Что на молитве? Ну сейчас уже 7 час, а где вы были? Зарядку сделали, за водой сходили. А, за водой сходили. У них долго подъем происходит из-за девочки. Понятно, из-за понятно. Ты мне на бумаге напиши, зафиксируй так, сколько делаете поклонов. Посмотреть надо, подкорректировать. Mm-hmm. Ребятишка много утром не надо, но кое-что уменьшить надо. Ладно. Просто по обстановке смотреть. И стоят они, только отмахиваются. Я говорю, а почему вы не там, где у нас сделано, специально ветер отдувает? Ты отвечаешь, сыро. Сыро, да. Так вот, бери Евангелие, mm-hmm. Библию брать, и давай иди вперед. Сейчас мы проверим, минутку. Идти волчьим следом. Это что означает? След, след. Никуда в сторону не идти. Вот он где идет, ногами ступает, старайтесь туда же ступать. Следующий за ним, те же следы. И только очень опытный охотник может узнать, сколько прошло. Так ходят только волки. Зайцы скачут, где попало. Волков бывает 5 волков. Пройдут, а человек видит, один прошел. Не один, пятеро. Они ступают след в один другому. Вот такое умное животное волк. Из хищников это, может, самое умное животное, самое выносливое. И волки водятся именно в Сибири. Вот ты сейчас бери и пошли. Вслед за ним кто там идут? Мальчики, взрослые. И замыкающий опять идет взрослый. Мальчики идут, потом идут девочки, потом опять взрослые. Ну, взрослые один. Распредели, кто пойдет как. Кто первый идет? Идти точно дорожкой где-то. Если не знаете где, я пройду первый. Я думаю, Виталий в конце должен идти тогда. Ну я пойду первый, давайте, один раз я покажу, как дорожка идет, прямо. И дорожкой можно маленько траву отрывать и бросать, чтобы в следующий раз знали где. Кто последний будет идти, рви, дернул траву и бросил там, где идешь, ее видно будет, что тут трава. Понятно? Вот сейчас мы так сделаем. Бери. Там прочитайте Слово Божие. Сейчас я открываю, и за мной идите. Идут старшие мальчики, потом девочки, потом старшие. Внимательный! Колокол надо ударить справа. Ударьте. Ударяй. Ну подожди. Бей. Ударяй, пожалуйста. Так, за мной кто идет, след в след идите. Нет, туда, след надо. Потому что сначала Так, иди вперед, забегай сюда. Тебя не, нету там. Не слышу. Никита. Иди вперед, забегай. И так, чтобы захватить строение все. Я прокладываю дорогу. Сейчас осмотрите назад. Как она выглядит. Мы выходим прямо на крест. Сухой ногой прошли. Сделали несколько поворотов. Вот теперь останавливается здесь. Посмотрим, что здесь есть. Вот залазьте сюда. Сейчас посмотрим.
еще штаны или что-то? Нет. Ни у кого нет, значит, отговорка отпала. Трава мокрая ни при чем. Почему? Вот и вот идет дорога прямая. Выше по дорожке идем, самая мелкая трава. И там выше быстро выходим на дорогу. Вообще ничего нету. В крайнем случае, можно там вот этот самый путь для дороги, там метров 10, можно прокосить. Мы притащили комаров, мы их сдвинули здесь. Но здесь самый маленький ветерок будет отгонять. Молитесь здесь. Здесь намного меньше будет комаров. Мы чего, почему сдвинули? А потому что мы ходили здесь. Они были на траве, а может быть оттуда прилетели с нами. Сейчас будет считать слово Божие. Я еще из-за комаров не хотел. А? Я из-за комаров тоже знаю, что они погибли. Вот тут не больше никак. Больше тут не... больше. А? Тут больше больше. Если ветер есть, тут вообще их нету. Если ветер есть. Если ветер, да. Так, встаньте так, чтобы вам можно было слушать. Смотрите. Отгоняйте, сейчас комаров будет меньше. Мы их растревожили, по траве шли, потому что. Вот сейчас ветерок дует, отгоняйте, и они пошли. Сейчас комаров должно быть намного меньше. Друг с друга сгоняйте, стоите впереди, возьми, махни. Все, во имя Отца и Сына, Святого Духа, аминь. Матфея 3 глава, 9 стих. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвинуть детей Авраама. Вот сейчас начинает. Мы православные. Вот глобальная система на Кипре, там хотят православные создать то другое, что подчинение единому правительству. Вот масоны, там эти другое, глобализация. Ну все это верно. Ну почему делать? Ну давайте так рассмотрим. Я говорю, скажите, вы хотите, чтобы у вас был порядок в квартире? Ну да, ну а как беспорядка-то ничего и нету. Драки каждый день, разводы, аборты. Плохо, плохо. Ну а если человек об этом заботится, как на него смотреть, чтобы этого не было? Ну как, хорошо. Значит, одобрили? Ну конечно. Когда подчиняются все, идут на работу, работают. Хорошо? Хорошо. Самые большие успехи там, где порядок, где стройность, где начальствующий есть. А если начальствующего нигде нету, в разброд никто еще не будет. Нам кажется, вот ласточки летают, и они друг друга не знают. Вот сколько летает, он молоденькая полетела, она учится ловить мошек. Но они знают, ласточка знает, аист знает время. Вот они собираются, щебещут, и вдруг утром встаем, ни одной ласточки нету, ни одной. Вообще. То есть кто-то дает сигнал, нажимает кнопку, все до одной вылетели на юг. Тысячи километров. Есть такая крачка, как к уткам, там вроде одна относится. Так она летит от одного континента до другого, от северного, там от Арктиды, на это. Дольше всех летит. Зачем? Если от одного льда, с одной льдины на другую. Ну остановись где-нибудь здесь, Потеряевке, да и живи здесь, болот хватает. Не тут-то было, ей заложено. А как она определяет? Никто не знает. Пробовали заклеивать что-то там, откуда рецепторы какие, увозить в другое место, ничего подобного. Она по звездам определяет, звезд никаких не видно. Ей пролетать вот здесь, его поймали, отвезли в Португалию, а ей лететь-то надо все. Она оттуда поворачивает точно на место. Вот я в Барнауле живу. Но если меня увезти с одной улицы на другую и не говорить, что это улица, надписи не считать, я не выйду. Я буду только смотреть, кто попадется, кто знает, где я нахожусь, в каком городе. У нас была такая дорога, едем, надписи нигде нету, на карте не нашли. Людей спрашиваем, а какой это город? Людям понятно, что мы не местные. Как какой город? Ну такое-то это село такое. А от вас такое где? Ну это в другом направлении, вы, братья, не туда едете. Вот как. Кто птиц это заложил? Сегодня все это исследуют, маракуют, узнают, опыты делают. Не знают. Увезли, продали голубку в Японию. И она из Японии через море перелетела и в Москву прилетела. Это рекорд. И нашла дом, и нашла окошечко, в которое влететь. В ней кольцо. Как это может быть? Никто не знает. У меня в Барнауле знакомый голубевод. Они вот как наша газель такая, но только дверка открывается не так, а как-то вот так кверху поднимается и сразу открывает. Они везут им, поят там у них какие кормушки. Но он сразу приезжает, допустим, привезли 70 голубей. Хозяева все закольцованные. А тут где?
надо, чтобы доказать, вот где большой мост новый и Барнаул, они выстроили, чтобы надпись была Барнаул, что без обмана. И он мне все рассказывает, Криворотов Владимир Иванович. И вот теперь смотрят на часы, руководители тут стоят, вот так вот отнимают дверку-то. И вот и скажи, говорит, у них дверки там все сразу открываются, и они как кто их выстрелил, и даже облет не делают, только выскочил, вот так вот повернули и пошел. А лететь 1300 километров. И они в разные концы завозят, которые голубеводы, одним на север, на юг, и выпускают. И все поворачиваются, вот так голуби летят к одному месту, откуда они. И когда они влетают в литок, у них на ножке там алюминиевое кольцо, и оно срабатывает и фиксирует. Чемпион кто? Ну, здоровые детки занимаются этим. Брежнев любил, очень голубей держал. Людмила Зыкина, даже Майк Тайсон, и то были голуби. У злого человека голуби не водятся, вот определенное определение. У старобрядцев ни у кого голубей нету, никогда и не было. Вот тут решай от этого, делай. Для чего я это говорю? Потому что многое занаряжено, нам надо просто прислоняться, изучать и понимать, что это такое. Как это? Вот смотри, сейчас вот, отмахните сейчас, вот так, помашите все, отгоните комаров, чтобы они на вас не были. И сейчас ветром отнесет. Они сейчас вот видишь, где находятся? Мы закрыли их. Ну-ка, маленько, давайте отшатнемся вот сюда, вот, к этой ограде. Они полетят, а мы их снова погоним. Видите, уже почти нету. Вот, там от себя, помашите маленько, руками-то идут. Все, они поймут, ой, какие люди пришли, не хотят, чтобы мы из них маленько крови попили. Они на нас обижаются. Ну, я говорю, пришел сегодня и говорю к батюшке, батюшка, на тебя жалоба есть. Какая жалоба? Да вот такое, что ты безжалостный, вот такая жалоба. Но как так? Батюшка не знает. Я говорю, я иду и слышу. Вот вообрази, воображение твое. Я иду и слышу. Отец один говорит своим детям. Я так охотился долго, искал работу, нашел, заработал. А тут вышел какой-то с косичкой дед и отобрал у меня все. А где? Я говорю, коршун. Ты его отгонял сегодня? Да. Ну да кого он-то детям своим хотел? Уже все, уже взял был, а ты крикнул на него, он бросил мясо, и он приехал, я бы накормил вас, ребятишки. Но там вот этот поп злой такой, отнял у меня мясо. В природе-то вокруг на нас жалобы везде идет. Ну маленько-то, маленько, воображение-то развейте. Батюшка заулыбался, все. Ну это имею в виду, коршуну тоже надо есть. И вот караулят. Купила 22 этих гусенка, Люба. Вышла с палкой. В это время коршун падает, хватает. Но он мягонький, он хороший такой. Ну только бы его и отдать коршунятам-то. А она его палкой. И он его бросил. Но он его схватил, давнул. И она его уже оживить не могла. Все, он передавил все. У него когти как схватили. И с той стороны они так вместе сошлись. У него мощнейшее давление идет. Ну я поймал здесь ястреба, и он здесь как хватил, так сразу когти сошли, да болело сколько. Все вокруг это наши учителя. И крапива, и растения, и комары. Ты только научись в этом видеть. Папа спрашивает меня, Батухин Михаил, губы не зажимай. Вот так, опусти. Зачем? Вот так. Это что означает? Это означает себе на уме. А почему? Почему? Тимофей просится домой. А чего его такое мнение? Он боится, что его милиция заберет, полиция. Ты теперь объясни вот мне, почему ты отцу вчера сказал это? Зачем ты ему вызвал беспокойство? Он не приедет еще? Зачем ты? Я домой войду. А? Я домой войду. Ну понятно, это домой ты хочешь. Домой ты хочешь. Ну объясни, зачем ты приехал сюда? Я вас не звал. Я хочу! Отец-то рассчитывает, какое время получит отпуск приехать за тобою. Ты почему? Ты веревки вьешь из всех. Папа с мамой в разводе, они между собой. И он везде успевает со всеми. Он знает где. И баба. Ему три руки в рот халву толкают. Со всех сторон. Я хочу! Я эгоист растешь. Ты не можешь вписаться в этот круг. Ты ни с кем не дружишь. У тебя друзей ни одного нету. Почему? Ответь мне, почему у тебя друзей нету? Второй год. Я хочу! На первом месте я, эгоист растешь.
Ты папу предашь на первом шагу. Хотя папе присудили тебя. Одно слово не так. Я хочу! Трясет уж тебя лихорадка. Тебе что здесь не нравится? Ты сытый? Да. Ну так отвечай просто. Сытый, я спрашиваю? Да. Да. Тебя кто-то обижает? Нет. Зачем тебе домой? Вонючий город. Вчера мне звонят, говорят, 34 градуса жары, там асфальт дымится буквально. Я домой хочу. Ну и что ты хочешь? Я не хочу. Твое хотение какое? Вот писк комара. Комарик маленький писнул, и все. Я хочу. Мы этого даже не знали. Одна сейчас воспоминания пишет и говорит, мы были дети малые, 5, 6, 7 лет. Слово «хочу» вообще никто не знал. Одно слово «надо». Все для фронта, все для победы. Вот эти поля, которые есть, это поля были, я здесь родился был. И нас полоть посылали пшеницу, а там осот, никаких рукавичек никто не знал. Руки в крови. Я помню, учительница около меня была, и никуда в сторону не уйдешь. А его берешь, они, осот, возьми, какие колючки, это как крапива почти жалит. И целый день, помню, распаренный на поле, ни тени, ничего нету, маленько постояли и опять пошел работать. Я хочу, брат у меня на 5 лет старше, конь, бричка делает, пшеницу сыпет, ну бричка, телега, и возят ее не куда-то, а в аллее сквозили. Представь себе, куда везти, на лошадях. А он немного, на 5 лет старше меня. Я хочу. Мы не знали этого слова «я хочу». Комара не можешь задавить. Ты дурью не майся. Отец не приедет, больше разговаривать не будешь по телефону. Отпусти губу. Зажал ее. Привык, что вокруг тебя все пляшут. Дружи с мальчиками, смотри, какие прекрасные мальчики. Андрей все умеет. Да Андрей таких, их пятерых положит один. Сколько раз на турнике подтягиваешься? Я спрашиваю, сколько раз? Да ни разу. А Андрей сколько? 7 раз? 8. Ну вот так. Мы все время везде подтягивались, старались быть сильными. Вот по этой оградке пройди как кошка. Вот сейчас залезь и пройди, ты не пройдешь по ней. Ты кувыркнешься оттуда. Почему? Вокруг тебя все ходят. Тимоша, Тимоша. А Тимоша растет эгоистом. У тебя друзей не будет, ни родителей, никого. Забудь про телефон. Пожалуйста, дроботы, сколько раз вам звонили? Один раз мать позвонила, все на этом. Каждый день забомбили меня. Мне пришлось отказать матери больше, потому что ни к чему хорошему не привело. Жалобы начинают милицию собирать, там стягают крапивой, его спрашивают, тебя стягали крапивой? Нет. Нет, вранье. Крапивой стягали. Кого стягали? Тебя стягали? Нет. Нет никого. Брехня. Я ей должен давать телефон, а ей вырвать надо к себе. Ты бросила мужа, ушла. Какое тебе доказательство? Если судья редко присуждает мужу. Мужу присудили. Какая же ты есть-то? И она еще диктует условия. Все не так. И там комары кровь пьют. А кому она нужна, твоя кровь? Кровь из него много выпили. Ты кровь пьешь из людей, а не из тебя. Сегодня утром на меня материал этот сбросили. Ты об отце подумал? Он один с тобой возится. Я хочу домой. Еще ты сейчас побежишь по полю домой в Москву? Нет, конечно, за тобой надо ехать. У отца отпуск. Он рассчитал до какого времени, до 10-го. А я сегодня захотел. Все. Сегодня ему подайте машину, самолет Боинг за тобой прилетит. Сын президента. Нас 10 в семье было. 10. Вот давай поставим так. Раз, два, три. Станьте, мальчики, 5. Раз, два, три, 4, 5. Давайте, девочки, сюда. 5 вот здесь, стойте здесь. Так, раз, два, три. Так, подожди, шестой. Мальчика, может, 5 было. Подожди, маленько, назад. Ты отойди в сторонку. Так, 3, 4, 5. Это вот наша семья. Вот наша семья. И кто бы я хочу? Что бы мы делали? А у отца руки вот так не было, с фронта. Нам есть нечего. И мы ходили, растет рыжик. И мы молотили там с лебедой. Картошка прошлогодняя, которая промерзшая, собирали. И дома мама растирала. Нам есть нечего. Я хочу домой. Потому что дома-то у тебя ничего того нету. Вот он полетел для ребятишек, ищет еду. Один коршун летает, и за ним веревочка тянется. Где-то он попался.
прошлом году еще был. Смотри какой. Я хочу. А ты бы наоборот записывал дневник. Как делаем. Смотри, какие запруды сделали, как посадили, сколько работают. С вами возятся. День и ночь вас берегут. 14 мальчиков утонуло. Ты там хочешь быть, в том лагере? 15 ты на дне будешь лежать. Года 3 назад в Азовском 6 мальчиков и воспитатель утянуло, все умерли. Никого нету. У нас этого ничего нету. Ты ходишь в храм, ты в другом лагере будешь ходить в храм, а тебе заботиться будут. Стой спокойно. Разве это годится? Тебе надо к маме, нахлебаешься еще. Решает это суд. Не ты и не папа. Суд, а инстанция такая есть. А суду подчиняется президент. Ему вынесут и посадят. Такое было импичмент называется, отстранение от должности. А были такие, которых под суд отдали. Арестовали, как Саддама Хусейна, Муаммар Каддафи, Муаммара, и все. Арестовали, расстреляли, и нету президента. Мы все под Богом ходим. Ты научись ценить, как тебя отец любит. Мать по-своему тебя любит. Ей тебя вырвать только, а дальше она на полшага не смотрит. Что ты будешь неверующий расти, алкаш какой-нибудь. Никто об этом не думает. Ты это не слышишь худого слова. Каждый день мы труд даем. Труд формирует человека. Я специально пришел поговорить с тобою. Больше с папой разговаривать не будешь. Ты привык плыть в этом. Мама каждый день звонила, теперь папа каждый день сказал раз в неделю. Отказываю ни разу в неделю. Потому что ты панику сеешь. Я тебя приучаю к дому, а не к лагерю. И что домой, это естественно. Сказали быть здесь до 10-го. Все, до 10-го будь. Папа скажет, до 2-го будешь августа. Слушаю, папа. Вот видно, что ты его любишь. Ты веришь, что отец тебя любит? Он тебе лучшее желает. А ты поперек, я хочу домой. Ты ему уже посеял панику. Он уже, а почему так? Полиция забрать. Полиция хочет тебя забрать. С чего ты это взял бы? Полиция забрать. Полиция каждый день справляется, не сделали нам плохо. Не нападает ли кто на нас. Полиция о нас заботится, как писал Маяковский. Моя милиция меня бережет. За полицию еще Бога благодарить надо. 45-й год мы здесь находимся, и нам вреда от полиции никакого не было ни разу. А те годы нас преследовали, власти натравливали их на нас. Они приезжали, ну мы вот приехали, тут говорят, из тюрьмы кто-то сбежал, у вас в лагере скрывается. Почему-то все сбегут и бегут в лагерь в наш, из тюрьмы. Нет у нас, документы проверят, книжки, все. Обязательно к нам они прибегают сюда, никого, конечно, но они причину искали. Причину. Но не было так, ребенка этого отдайте, этого ни разу не было. Вот сейчас полиция приедет и скажет, Тимофея мы забираем. На каком основании? Они никого не получат. Мы убежим, они будут ловить. Но они могут отнять. Это все можно. Могут пристрелить, но это уже убийство. Милиционер один, майор, в магазине расстрелял. Пришел, расстрелял. Что-то ему на работе. Не ладно, он расстрелял людей совершенно незнакомых. Был такой. Первый раз видит. А в Белгороде что было? Идут школьницы. Он с оружием вышел, первые две школьницы застрелил. Они не знать еще не знают, вот такие стоят. Почему? Сатана. А другой в это время не вышел, не попался. Почему? Богу молился, Господь сохранил его. Ты ищи благоволение Божие. Дружи со Степой. Дружи с Андреем. Подряд стоят с тобой ребята. Гляди какие, Тараси стоит. Девочки какие прекрасные у нас. Маленько раскубарься из этого, так как в футляре, все время натягиваешь, как он, взрослые некоторые, без башелка шага не шагнут. Не бойся комара, ты комар сел, а то так хлопнет, да скажи, вот тебе, следующий давай комар. Оп. Нет комара, покажи, что ты мужчина, она маленькая. Ты посмотри, какие у нас сестры, все верующие, никто тебя не тронет. У нас этого нет. Если даже обзывается, как-то тебя обзовут, я накажу его за это. Такую защиту Бог дал. Мы стараемся 100% защиту ребенку дать. Когда купаться, девочки, вот они большие, не пойдут купаться, пока из деревни не придет, которая 16 лет и хорошо плавает. Притом поплавками огражденно. Куда тонуть-то? Там тонуть-то некуда. И все равно заботимся. Как плавать?
Ну сам посмотри, какую пищу готовят, обедки нам готовят, а которые в ресторане решили проверить в поезде. Комиссии направили по всей стране. Я не знаю, кажется, 140 что ли поездов проверили. И не было нарушения только в одном. Почему? Ресторан был на замок закрыт. Вот не доедают, что пьяницы сидят, они же уносят туда, дальше все сливают и следующему подают. А здесь в сельсовете, когда хотели у нас проверять, ответил, я сейчас не знаю кто, Старщиков, видимо, Игорь Николаевич был, он говорит, туда ехать не надо беспокоить, там обедками не кормят, там все верующие. Вы видите, как чашку облизали, у нас обедков-то нету, показали, у нас везде правила, определенное одеяние. Ты это все оцени и запиши, а потом приедешь и будешь говорить, ой-ой-ой, я запаниковал, еще попало говорил, еще я как маленький-то. Ты сам на себя подивишься. И папу смутил, папе сердце больное, и ты ему доставил радости этим. Он беспокоится о тебе. Так что я тебя уведомляю об этом, разговора больше не будет. Зачем? Вот поэтому телефоны все изымаются, кто привез. Или говорим, не брать телефоны. Вы что попало делаете? Вот они приехали. Вот они большие, маленькие. Все здесь стоят. Вот они. Они никуда не... Мама два раза позвонила. Как у меня там дочки? Да прекрасно все. Посмотри, насколько меньше тебя. Они учатся работать. Слушайте Слово Божие, Евангелие. Владимир Александрович от вас на шаг не отходит нигде. Мы работаем-то все для чего? Чтобы все было хорошо. Сегодня думал идти на дальний, но погода может дождь быть, поэтому будем работать на этом пруду, чтобы далеко оттуда бежать от дождя. Хорошую погоду, пойдем тогда на Рыжковский. А здесь ты поможешь рядом, ну, большие, которые заложить нам принести. Тут будем. Вчера мы много привезли, вчера очень удачный день для нас был. Все, считаем. Ты понял? Все, я тебе дам... Телефон, папа позвонит, всего на несколько секунд ты скажешь, папа, прости, мне здесь лучше быть. Ты приедешь, когда ты обещал, папа тебя ни разу не обманул. А ты его, видишь, как, он, если бы ты сказал, папа, я приеду, но домой меня заберешь, когда я хочу. Отец бы зачем тебя посылал? Зачем эта нервотрепка нужна? Он в прошлый раз ехал, до дома не доехал, у него приступ сердечный был. Тебе надо это? Папа-то не будет, ты не знаешь еще, с каким дядей будешь жить. Мама-то живет с другим, не с папой. А это называется не отец, а отчим. И какой он будет, если неверующий-то? Подумай об этом, помолись, чтобы папе Бог здоровье дал. Слушайте, Евангелие, ну, посмотрите, товаров много? Нет. Все, мы их разогнали, практически нету. Так что это учитывай. Да. Все, считай. 2-3 комара убейте их фуражкой. А я хочу... Я разрешаю. Игнатий Игнатьевич, а я хочу одного помиловать. Дайте... А? А я хочу одного помиловать, дайте ему попить. Что-то так не пойму. Он говорит, решил одного комара помиловать, дать ему кровушки попить. Ну это хорошо. Давай. Толкование. Им служило в погибели то, что они полагались на свое благородное происхождение. Под камнями, разумеется, язычники, из коих многие уверовали. Это на какое место толкования? Ну вот то, что не думайте говорить себе, отец у нас Авраам. А, вон как. Да. Ну понятно. Но Иоанн говорит просто, что Бог из камней может воздвигнуть чад Аврааму. Понимаете, из камней. Ну как, камень лежит и из камня вдруг человек получится? Нет, конечно. То есть люди зачерствелые, как каменное сердце, они будут слушать, я приму. Вот, к слову сказать, говорят, вот Леонардо да Винчи сделал такой-то там, или кто-то Рафаэль, картину, статую. А вы знаете, как он делал статую? Вот когда мрамор, и смотришь, а в мраморе-то там не сплошняком идет, какая-то прожилка красного цвета, бывает коричневого там. Ну, как застывал этот мрамор, где, когда, как говорят ученые, что извергался вулкан. И вот он стоит около этой глыбы, обыкновенная глыба, и он стоит около нее. День другой стороны зашел, еще целый день стоит. И говорит, что он стоит? Вот опять зашел с этой стороны. Он не знает, что из этой глыбы. Наконец ему приходит мысль, ага, вот как. И вот эта вот прожилка идет, это я вот это отсеку не нужно, вот эта рука будет. И на руке будет видна прожилка внутри мрамора. А люди будут столетия удивляться, как он... Где он нашел такой мрамор?
он смотрел. А вот это вот, видит, вот так вот, это много черточек. А это у него волосы вздыбились так. Он еще раз подошел, так, это я уберу, а это оставлю. Ну, с той стороны, еще же там сделать-то как? Это не на той стороне. И он опять идет, а тут вот так вот винтом идет. Ага. Так это змея вокруг них. И он из этого отсекает, рот закрой, и делается змея. И сегодня это шедевры во всем мире. Как надо работать? Это работать над своей душой. У тебя что-то где-то когда-то было, а я это применю в дело. Применю. Раньше человек был более стеснен, сейчас свобода. Мы собираемся, никто нас не проверяет. Полиция приехала, довольные, звонят. Как у вас дела? Вчера опять звонят. Да все нормально, никто ничего, да. Сколько вас? 15. Все, на этом все. До свидания. Простите. Лучше даже не придумаешь. Я поблагодарил. Это какие птицы летят одна за одной? Не голуби? Нет, не голуби. На деревья сели. Это похоже на соек. Но издалека трудно определить. А вот видите, какая прямая дорожка я прошел как? Вот так вот дорогой по ней всегда ходить. А маленькая совсем травка. Даже дорожку сделать, и то вам надо показать как. Вот я опроверг мнение то, что будете мокрые. Давай дальше. Ибо и ложесна Сары по бесплодию были камнем, однако она родила по Божию изволению. Воздвиг же Господь чада Аврааму от камней тогда, как при распятии его многие, увидев распавшиеся камни, уверовали. Интересно, сели, а две прилетели сюда птички, чтобы я посмотрел, кто такие сойки. Я не ошибся. Они повернули и говорят, они, наверное, там находятся и говорят, он не может определить, кто далеко. Ну, вы двое слетайте, покажитесь, чтобы не думали. И они полетели, двое сюда прилетели, вот я теперь вижу. Это сойки. Вот они. Давайте научимся как бы разговаривать с птицами. Одна девочка разные голоса птичьи издает. В интернете поставили. А как обнаружилось, никто не знает. Баба говорит, сколько раз думала, там соловей прилетел. Она стоит 5 лет и щелкает языком. Как? Я говорю, я не знаю, у меня в горле это. Это или талант, или демон. Что-то одно. Этого не может быть. И она рот-то не разевает, как будто изнутри у нее голоса идут, как жаворончик щебечет. Маленько прошла, защебетала ласточки вокруг нее. Она совершенно как ласточка. Притом разные птицы. Так ее там в газете везде спрашивают и не знают, что это такое. Каким органом она издает такие звуки. У человека ну, не может этого быть. Вот может говорить, допустим, собака. Не может. Нет там этих связок, которые могут язык так повернуть. А она говорит, собака говорит. Ну, он мужик один говорит, она любой спрашивающий. Он говорит, ну и скажи, моя первая жена как звать? Как звать? Она говорит, Макрида. Собака. Рот раскрытый. А сколько ты просишь за нее? Ну, такую собаку ты за сколько купил бы? Она одна во всем мире. Да, я не знаю. А то ты богатый? Просишь. 700 тысяч долларов. Ну, какой разговор? Она мне задает еще ей вопрос, я теперь поговорю. Вот теперь скажи, ты откуда приехал? Она говорит, из Маврикии. А кто был прежний хозяин? Он узнал. Все ответила, купил. Купил, приехал домой, собаку купил говорящую. Итак, скажи, кто я? Собака смотрит, еще не понимает. Она не может ответить, это называется вендрология. В чреве у него демон, и он разговаривает. Эти вендрологи, они в России. Я считаю в газете, она говорит, мы приехали, ну, в гостиницу, а мест нету. Ну, нету мест, говорит, мы в фойе остановились, говорит. Ну, я, говорит, тогда взяла, говорит, там шаль что-то завернула, видим, младенца вот так вот. Держу, ребенок ревет, плачет, да перестань ты. Наконец, жалилась это, у меня один номер есть, вы будете в нем, такой-то номер-то. А никого нету, это кукла обыкновенная-то. Все, определила вендрологи. Чревовещание называется, демон внутри чрева. И она этим зарабатывает. Вот Дуров, воспитатель там зверей, дрессировщик. Человеку это невозможно, они наследственно передают друг другу. Нам можно другому передать? Не передашь. И они, дед, прадед, все. Любую собаку только взял сегодня, она все команды выполняет. Это невозможно. Я с собаками занимался много лет. Невозможно. Это делает дух определенный. А люди этого не знают.
Но что интересно, мужчин нету, а женщины. Женщина передает. И ни у одной нету семьи. Все разведенки до одной. Ну как с ней жить, когда она такой силой обуянная? Ни у одной. И все удивляются, а почему так? Потому что с демоном. Он передает, и вот когда ведьма умирает, она обязательно кого-то надо за руку взять, дочери передать. Мне говорили такие. И она меня сильно хотела домой, чтобы передать мне. А я, говорит, не подошла к бабке. Она умереть не может, пока не передаст кому-то. Понял? Это страшное дело. Поэтому молись как следует. Никогда не капризничай. Все. Так. Благословен Господь. Посмотри, какой холм хороший. Как мы его разровняли. В прошлом году тут яма была, мы бульдозер шел, там вот работали. Я говорю, разровняйте мне, Алексей Владимирович, кажется. И вот и все разровнял, сделал. Крапиву мы это с корнем выкорчевывали, ее надо выкорчевать. Да, Володя. Володя, потом, Володя кого-то Илья приду тут выкорчевать, надо остатки крапивы, чтобы ее не было. Так, все, надо идти поработать. Так, снова идем впереди. Так, вперед, Никита. И оттуда впереди бери нас, пока не придем. Смотрите, как хорошо. Когда мы сделали, корову пришли, начали ломать. Мы заново прибили все, загородили. Кто городил? Ты? Со мной кто был? Ты? Дядя Володя. Кирилл. В прошлом году был? Так, по дорожке прямой. За мной идите. По волке. Поворот делать. Вот здесь вот трава. Первый поворот сделали. Оттуда прямая наводка, видишь, какая? Прямо на Все, на этом пока отключайся, уходи.